Сегодня для жителей города Чугуева, но в основном, конечно, это для школьников, представители Национального университета гражданской защиты Украины, преподаватели, офицеры и курсанты и представители гарнизона Державной службы надзвучайных ситуаций города Чугуева проводят социальную акцию «Сделаем жизнь безопаснее». Цель акции – ознакомить детей в основном с работой спасателей, с работой пожарных, показать им соответствующую технику, показать оборудование, показать работу спасателей, объяснить то, чем они занимаются. У нас спортсменом должен быть каждым, но такие достижения, как чемпионы Европы и мира, у нас, конечно, не сильно много. Но с гордостью могу сказать, что хороших спортсменов у нас где-то 10%, которые являются мастерами спорта, кандидатами мастерами спорта. У нас таких достаточно. Профессия спасателя, мне очень нужна и важна вообще физическая подготовка, так как мы трехколенки выносим пожарные, спасаем людей, снимаем с крыши там, при пожарах и все остальное. Баллоны, которые у нас на спине висят, они по 20 килограмм. Если человек будет слабый, хилый, он не сможет удержать на спине это все и не сможет залезть на определенную высоту. И как после этот вид спорта поможет спасателям? Быть всегда в физической форме для того, чтобы быть оперативным и выполнять поставленные задачи, которые требуются нашей службе. Спасателем мечтал быть в детстве. Так и поступил. Ответственная работа. Все-таки спасатель в почете. Людей как хотелось так. Мы показывали сегодня самооборону против оружия, как холодного, так и разных захватов. Смелость в глазах. Забрала. Забрала. Сейчас мы продемонстрировали эпизод спуск пострадавшего по круто наклонной переправе. В принципе, это не сложно. Просто надо знать последовательность действий. Высота применения данного способа ограничена только длиной веревки. Мы такие спуски проводили учебные с 9 и 12 этажных зданий. В принципе, все, что нам надо, это веревка, страхующие системы, системы на пострадавшего и определенная альпинистская экипировка. Карабины, блоки-ролики, жумары и также такое устройство, как ПКЛ «Удача». Оно способно спускать до 13 пострадавших. Один человек спускает 13 человек. Скорость сейчас у нас была не очень большая, поскольку это спуск тренировочный, показательный. В реальной ситуации все выполняется намного быстрее.